Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас начинается поиск. Я взял с собой китайскую сумку и перчаточки. Мне в прошлый раз писали в комментариях, что я не собираю алюминиевые банки. Ну, вообще-то я их собираю, только не каждый день, потому что все-таки я не робот. И будем проводить это дело с отдыхом. Ну вот, посмотрите, сегодня у нас как раз день сбора, и я вот уже столько набил в китайскую сумку. Думаю, что соберется их побольше. Но пока приминать не будем. Если вот до самого верху забьется, потом уже примнем. Кстати, нашел вот такую находку. Сейчас, ну, это арматура грамм 700-800. Это черный металл. Все, погнали в путь. Сейчас на обочине оттуда нашел вот такую находку. Это алюминиевый провод. Такой толстенький. Вот столько алюминиевых банок. Но это не все находки, потому что я нашел тут свалку. И вижу, что здесь есть находки. Буду вам сейчас показывать. Так, ну это кто-то обжигал. Что-то жженное сюда скинули. Вот такая алюминиевая банка. Тут есть что-то более весомое. Вот такая вот железка. Давайте пройдем дальше. Тут находится арматура. Арматуру пока кинем туда, к нашим находкам. Ну и вот такая вот куча с каким-то мусором. Сейчас буду дальше посматривать. И, может быть, тут найдем новые находки. Долго искать не пришлось, потому что я вот вижу, что там лежит какая-то плата. Компьютерные запчасти. Это вот алюминий. Плата. Ну, это явно плата от компьютера. Находки сегодня просто великолепные. Кабель есть. Это, по-моему, интернетный кабель. Вот тут блок питания, какой-то шнур. Маленькая плата. Вижу еще. Это, по-моему, латунь. Замочная скважина. Еще один алюминиевый радиатор, толстый. Классное начало. Вот такие кабеля медные. Вот она, мятяшечка тонкая. Ну, такой, наверное, нужно будет обжигать. Посмотрим. Шаришь в одном из таких вот пакетов. Тут еще проводочки. Черный металл. Вот еще чермет. Ну, проводов сегодня, походу, будет много. Вытащил оттуда очередной провод. Начинает капать дождь. Не знаю, главное, чтобы не ливанул вот конкретно. Железо есть. Вот такая ручка. Потом я еще видел тут где-то железо.
Вот она, кстати. Обнаружен, по-моему, это дисковод плюс вот такой модем. Еще вижу битое стекло, не дай бог наступить ногой на такие вещи. Даже не знаю, буду ли я туда дальше углубляться, но посмотрим. Сейчас вскрыл еще один пакет. Тут вижу много клавиатуры. Вот такая железка. И вытащил снова плату. Даже вот такую штуку откопал. Не знаю, что это. Дома посмотрим. Вот такая черная туча меня сейчас накрыла. Но я немного промок. Все находки я сложил сюда. Наша сумка стала, ну, довольно тяжелая. Поэтому сейчас вот иду до ближайшей остановки и прыгаю в автобус. Я уже вышел с автобуса. И вот тут подошел к мусорным бакам. Походу это латунь. Такая вот гибкая подводка. Ну, можно ее забрать. А так больше ничего не вижу. Посмотрите, что тут лежит. Я с трудом заметил находку. Вот такая вот арматура. Длинненькая. Берем ее. Давайте посмотрим, что же такого интересного мне удалось принести со свалки. Это в первую очередь такой вот гигантский болт с такой пластиковой насадкой. Но мы его в черный металл кидать не будем, просто взвесим черметом, а потом я его отложу. Есть вот такая вот разная техника, тоже отправится потом на разбор. Модемы. Вот тут находится очень хорошая плата. Ну, в общем, это все оставляем. Неплохое количество разных проводов, которые нужно будет сейчас подготовить для обжигания. Ну, нужно будет снять изоляцию. Тут, походу, есть витая пара. Это вообще классно обгорает. Достаю лезвие от канцелярского ножа и перерабатываю все. При расчистке кабеля получается очень много алюминиевой фольги, которую я бросаю в алюминиевые банки, ну, чтобы не пропадало зря. Вот, ну и, конечно же, чистая витая пара, плюс на ней есть такая вот луженая медь. Провода зачищенные и готовые к обжиганию. Надеюсь, что меди получится с них нормально. Еще на свалке я нашел разные платы. Особенно порадовала вот такая вот компьютерная плата. Ну и также вот такая маленькая. Это пойдет в бытовые платы. Еще есть... Не знаю, от чего это, но тут есть позолота.
В этом же поиске мне попался блок питания. Вот он. Мы его сейчас разберем. И вот столько алюминиевых проводов, которые также я сейчас зачищу. Все это перерабатываем. Разбор проводов и блока питания завершен. Вот такая кучка железа, немного латуни, маленькая плата, медяха. Ну, медь мы взвешивать пока не будем, потому что у нас еще будет дальше добываться медь с проводов. А вот это вот, думаю, надо взвесить. Алюминий электротех. Помимо прочего, я нашел гибкую подводку. Вот такую латунь, замочная скважина. Алюминиевая ручка, но ее нужно будет распиливать. Убирать черный металл от алюминия. Ну и вот такая кучка чистого алюминия, которую мы сейчас взвесим. Алюминия на вид немного, но показывает 645 грамм. Весь черный металл, принесенный со свалки, все стоит на весах и показывает 4 килограмма 90 грамм. Взвесим алюминиевые банки. Их получилось собрать полмешка. Неплохой результат, я думаю. Они потянули на 1 килограмм 255 грамм. Вот теперь можно наконец-то приступить к обжиганию проводов. Начинаем. Мне кажется, что первая партия уже готова, поэтому ее нужно снять. Ставим вторую порцию на обжиг и смотрим. Вон те белые провода горят очень хорошо. Сразу вон освобождается медяха, видно. Та оплетка, что была белого цвета, ее будем снимать самой первой, потому что, вот посмотрите, она уже почти освободилась от изоляции. Главное, чтобы медь не перегорела. Все, по-быстрому вытаскиваем. Все-таки чуть-чуть там что-то осталось. Немножко дожжем. Вторая тоже догорела. Обжиг был завершен. И это вся добытая медь со свалки, обожженная витая пара, еще другие куски. Это вот удалось зачистить вручную. Также есть лужонка. Давайте узнаем вес вот этого вот добра. Сначала мелочевка. Уже 135 грамм. Самый крупный кусок.
Все добро потянуло на 355 грамм. Это очень неплохо. Еще дополнение в нашу общую медь. Ее становится все больше и больше. Спасибо, что досмотрели этот поиск до конца. Свалка была очень продуктивная и богатой на разные находки. Если все это дело было вам интересно, то ставьте, конечно же, лайки, подписывайтесь на канал. Ждите продолжения. До скорых встреч. Алга, Казахстан.